Союз нерушимый. Союз нерушимый в эфире. Добрый день. 13:06. Все и все на месте. Ведущие, гости. Азиз Агаев. Владимир Сметанин. Добрый день. Вас приветствуем. Здравствуйте. И сразу же приветствуем нашего гостя. Большая честь. Да. Почет для Уважаемый нас. Уважаемый человек у нас. И мне очень приятно, что этот человек азербайджанец. Мой земляк, как принято Мой у нас говорить. Да? Да, где да. бы мы ни были. Земляк. Да. Какой земляк? Народный артист Российской Федерации. Народный артист Республики Азербайджан. Создатель единственного в мире аттракциона с участием бегемотов. Ну и можно продолжать и продолжать и продолжать. Человек, который много лет представлял Советский Союз во всем мире. И по которому судили во и многом, по которому да? судили, что из себя да. представляет Советский что Союз. Что это за страна, да? Да. Тофик Гусейнович Ахундов. Да, знаменитый цирковой артист Тофик Гусейнович. Приветствуем вас, добрый день. Добрый день, добрый день. Я напомню, почему именно такая возможность у нас с Тофиком Гусейновичем пообщаться с своими коллегами. Тофик Гусейнович сейчас работает, гостит в нашем Кировском государственном цирке. До 2 декабря продолжается эта программа, экзотик-шоу. И вот аттракционы с... тремя великолепными, грациозными бегемотами, полуторатонными животными, гиппопотамами. Вот как раз это все можно видеть в эти дни в Кировском цирке. Так что добро пожаловать. Ну, их можно не бояться. Тофик Гусейнович говорит, что они вегетарианцы. Оно так и есть. Я надеюсь, что Тофик Гусейнович там где-то по ночам мясом не подкармливает своих подопечных. Да. Да. Вот. Прекрасная возможность, да, пообщаться у нас сегодня в программе «Союз нерушимый» и в нашей межнациональной программе, поговорить о ваших корнях, о ваших истоках, да, о тех каких-то вот фундаментальных вещах, да, которые были заложены в вашем детстве, в вашей юности, как они по жизни затем складывались и развивались. Ну и, конечно же, уж позвольте, мы упомянем эту дату, это говорят о возрасте женщин, нельзя уговорить, но да. мы просто в восторге. Мы восхищаемся да, вашей формой. Тьфу-тьфу-тьфу. Тьфу-тьфу, да. На следующей неделе Тофику Гусейновичу 28 ноября, я имею в виду, исполнится 77 лет. Да. Тофик Гусейнович, а вы по-азербайджански здороваться умеете? Ну, конечно. Ну, поздоровайтесь. Салам алейкум. Алейкум ассалам, да. По-азербайджански. Тофик Гусейнович, а родились вы? Я родился в Баку. В городе Баку. В городе Баку. Прямо в самом центре. В самом центре, около знаменитой азербайджанской мечети, Тазиапир называется. Да, вот да, там да. я родился. Это и... был 41-й год. Да, 28 ноября. Угу. А вот вокруг вас жили... Одни азербайджанцы? Нет, в том доме, где я родился, там вообще в Баку город, в принципе, интернациональный город везде. Даже есть... Были он такие... и до сих пор интернациональный. Да, даже были такие районы, где, вот, допустим, жили одни азербайджанцы, но там обязательно присутствовали и другие национальности. А в том дворе, где я родился, там вообще был полный интернационал. Понимаете как? Там же жили и азербайджанцы, там жили и русские семьи, армянские семьи, грузинские семьи, осетинские. Под нами жила еврейская семья. Ну, в общем, там полный интернационал был. То есть, и вам это жить не мешало? Абсолютно. Абсолютно никто ни с кем не ругался. Все было нормально. Все дружно жили. И довольно-таки скромные условия были жизненные. Не то, что сейчас, понимаете как. Вот. Я помню тоже вот с детства, что обычно разговаривали на каком-то особенном языке люди. Это не как? На чисто русском, не на чисто азербайджанском. То есть на смесь слияния, да, языковой какой-то? Что? Вы знаете, вот я вам одну вещь скажу, что я вот так вот, ну, я ездил, я был во всех союзных республиках, еще даже в советское время. 15, напомним, их было. Да, 15. Ну, напомни вот, на всякий случай. Да. Да, ну даже я помню, было даже 16, по-моему, было. Ну? Да. Ну ладно. Карело-финская. Карело-финская СССР. Да, была такая, я застал это. Тоже там были, в общем? Нет, в Петрозаводске я не был. Ну, а СССР ведь не считается, как бы...
Это после Первой мировой, когда, значит, отошли эти земли? Не, ну, Союз Советских Социалистических Республик, да, был, вначале было 16 их, угу. А потом она стала союзно-автономная республика. Ну ладно, автономная. На каком языке все-таки вы говорили? Но вот даже до сих пор, я вот в Баку был буквально 4 года тому назад, даже сейчас, там, понимаете, вот интересная вещь. Они говорят, вот поговорят по-азербайджански, потом раз вставляют русские слова. Или наоборот, говорят по-русски, там вставляют азербайджанские слова. Простите, русские какие-то такие эмоциональные? Ну вот... Или как получится? Нет, ну, назовите, наверное, мне вторую республику, чтобы говорили, вот часть слов говорят по-русски, часть по-азербайджан, это по, на своем... А и... вот в Азербайджане это было принято. Не могу представить. И это, кстати, как-то русские тоже. И русские тоже, тоже, да. То есть и русские на азербайджанский, да, тоже. И, да, и да, даже да. Было, помните, было стихотворение, переложенное, это сам, про ворону с сыром, да? Да. Послал вороне... Один был, один, нет, один черный горга был. Горга — это ворона. Черный горга был. Горга пошел, пендир нашел. Пендир — это сыр по-азербайджански. И поэтому такой очень интернациональный был. Никаких там национальных вопросов, сколько я живу, я никогда не помню. Никогда вообще близко даже. Даже мыслей никогда никаких не было. Поэтому, может быть, я поэтому такой вот вырос в Баку и интернациональный человек. Для меня не имеет значения национальность. Мне главное, чтобы был хороший, порядочный человек. Ну, слушайте, тяжелое время, да, вы родились. Это как раз начало самой Великой Отечественной. Я родился в тяжелое время. Ну, я особенно мы так то там это не чувствовали особенно, потому что, ну, отец у меня на войну ушел. Вот, вернулся, простите. А? Вернулся, простите. Да, он с войны вернулся. Он... Напомню, что 630 тысяч азербайджанцев ушли в Первую мировую войну. Конечно, во вторую Великую Отечественную. Великую Отечественную, да. И, прошу прощения. Угу. И половина из них не вернулась. Но зато 130 героев Советского Союза. Да. Ну вот у меня отец, он прошел войну, он был и на Сталинградской битве участвовал, в Курской, на Курской, под Воронежем был. В общем, потом он был ранен, и, в общем, с войны его постепенно... Комиссован. Да, он участник Великой Отечественной войны, ветеран Отечественной войны, вот, имеет и заслуги имел, и все перед Родиной, в общем... Он вообще сам награжден был, да? Да, он член Союза художников был СССР, член Союза художников России, член Московской ассоциации художников. То тоже. Творчество у вас крови. Ну да, но только цирковых артистов у нас в роду никого не было. Кстати, да, об этом хочу спросить, а потом вернуться в ваше детство. Вообще, как в Азербайджане, в азербайджанской культуре вот воспринимается вот именно цирковое искусство, да? Ну, вот это же, ну, это все на усладу публики, да, вот это все. Ну, у нас, это... понимаете, у нас вот в районах Азербайджана были национальные такие вот самородки, которые, в общем-то, к цирку можно это все, эти жанры отнести. Были такие, ну, называются пехливаны, то есть такие богатыри, борцы, силачи, да, богатыри. Ну, типа Ивана Поддубного. Да, ну которые, да, это одна из известных цирков. Которые, да, на которых... Особенности. Ну, да, на плечах даже рельсы гнули. Я сам своими глазами видел это. Ну, кстати, в одной из наших передач мы с таким пехливаном как бы встречались, он приезжал сюда. У нас были силачи, вот, Сали Сулейман, потом борец, потом братья Юсуповы, два брата, вот, Чингиз Гёкчайли такой был. В общем, я... Канатоходцы какие-нибудь, да? Канатоходцы, да? Были, вот как вот, знаете, как вот в Дагестане вот есть канатоходцы, вот такие и в Азербайджане были такие вот любители, покорители огня там и все это, шпагоглотатели, все это было. Вот. Но я не могу сказать, что это такая цирковая республика, цирковой край. Я не могу сказать. Но вот ну, это... наверное, у Азербайджана другое преимущество, да. Все-таки, да? То есть пение, мурам. Там... Да, там музыканты были, там пение было. С мировым именем, да. Да, но я вам должен сказать, что Баку, в силу того, что он был многонациональный и интернациональный город, он дал миру великих людей.
великих музыкантов, понимаете, все это. Очень много больших людей, связанных с искусством, которые многие потом переехали из Баку, и вот в Москве находятся, угу. и вообще в российских городах. Вот. И кинорежиссеры. Ну, и... в том числе потому, что мы были в одной стране, мы все жили. То есть это было, ну, а Баку дало много. Понимаете, а Баку дало там много, джаз, да, там очень хорошо шел джазовая музыка, там многие. И сейчас джазовый фестиваль Габале проводится ежегодно. Ежегодно. Со всего мира собираются великие да. исполнители и джаза. Вот, видимо, вот отголоски прошлого, то, что вот город такой был интернациональный, и многонациональный, и столько вот разных национальностей людей, коренных бакинцев, вышли именно из Баку, которые потом разъехались по всему миру. Кстати, ну, можете назвать? Назвать. Ну, Ростропович, бакинец. Ну, да. А, кинорежиссер Меньшов. Владимир. Владимир Меньшов. Бакинец. А, ну, много... Юлий Гусман. Бакинец. Бакинец. Да. Бакинец. Да. А, певцы. Очень много знаменитых певцов. Ну, про Магомаева была до Бюджога, мы не говорим. Ну, вот Магомаева. Смотрите, кстати, Муслим Магометович, он младше вас на год почти, что я смотрю. Он в 42-м родился. Я его помню. Мы с ним знакомы не были. Несмотря на то, что мне приходилось, я раньше работал на эстраде в Баку, а он был в самодеятельности. Вот. Ну, между мной. То есть, как бы еще не профессионал такой, да? Да, да. Он в музыкальном училище учился. Я помню, как он встречался с девушкой, да, рядом соседка моя. И у него его родная бабушка жила в коммунальной квартире вместе с моей тетей. Понимаете? Угу, вот так вот. Да, двоюродная тетя моя. Я даже к ним в гости приходил, видел его бабушку. Такая благородная старушка была, я помню. Вот. И Муслим ее очень любил, он туда приходил. Но я так получилось, что мы с ним не... Ну, как вам сказать? Не было повода, да, чтобы вы остались, да, там. Да, не встречались. Пообщались. И я никогда не забуду. А я тогда в акробатическом номере был с партнером в Баку. Да? И вот мы в клубе моряков, у нас клуб моряков. Это какой год уже? 50-е это уже? О, да. Это не 60-е? Это не 50-й год, это где-то, наверное, 58-й. 58-й, то есть ближе к концу 50-х, да? 58-й угу. год примерно. То есть вы юноша, ну, мальчишка, он да, юноша. Мне да. 17 лет, и ему да, тоже лет... Ну, мне, может быть, 18, а ему 17, uh-huh. допустим. У него даже еще щетина не росла, он рисовал бакенбарды эти. Ходил, да, и пел. И мы там заметили, слушай, какой классный голос у этого парня. Вот так вот запомнили, да. Потом я уехал в Москву в цирковое училище, поступил. Он учился в музыкальном училище, потом консерватор. Потом он приехал в Москву, его отправили учиться в Милан. И очень, да, и он очень понравился нашему первому секретарю Алиеву. Он ему, конечно, направил. Он видит, что талантливый парень, он его направил. Вот. И вот таким образом. А так, так-то я хорошо знаю и в смысле того, что всю его деятельность, uh-huh. все, ну, просто не были мы uh-huh. знакомы. Я даже вот с нашим министром, сейчас он посол в Баку, в Москве, uh-huh. Палат Бельбелёглы, народный артист Азербайджана. Я с ним не знаком. Я вот. С ним не знаком. Ну, понимаете, я уехал рано из Баку. Мне было, что... Так, надо Пуладу Бельбелёглу как бы сказать, что он как бы он тут много теряет. Он не знает Тофика, значит, Ахундова, Тофика Гусейновича. Он, я думаю, что он много в жизни потерял. Да, ему он... надо обязательно познакомиться. Не, а я вот сейчас приеду, мы сейчас начинаем гастроли в Москве. Я сейчас обязательно ему позвоню. Обязательно позвоню. Он знает меня. 100%, потому что он подписывал, когда мне давали звание народного артиста Азербайджана. О! Да, он все-таки поучаствовал в вашей судьбе. Умер, да, угу. умер там, был такой Багиров у нас, вот, а он этот министр культуры был, интеллигентнейший человек какой был. А потом после него стал вот этот Палат Бельбелёглы. И звание было подписано уже им, понимаете как. Поэтому фамилию, конечно, он, может быть, и вспомнит, но наверняка знает 100%. С отцом моим прекрасно был знаком. Вот.
А я с ним лично не знаком. И я поэтому хочу позвонить, пригласить потом в цирк на наш спектакль. И я думаю, что он с удовольствием придет. Тафи Гусевич, хочется вернуться еще в ваше детство. Какие самые яркие моменты, воспоминания, вот именно, когда вы всей этой интернациональной компанией, не знаю, занимались своими делами? Во дворе, наверное, играми, так, бегали, далее. Что-то там, да, такое. Ой, во дворе занимались штангой. У нас штанга была, гири, вот силовыми этими делами. Балдели. То есть этого. Мальчики любили это. Да, да. Но я помню, тогда и девочки с мальчиками вот вместе, так сказать, бегали. Ну, в Баку у нас там что-то девочки так не бегали с мальчиками. В то время, где я был, совсем им были пацаны. Вот. Совсем другая молодежь была у нас, понимаете как. Вот. Я дружил, вот друг детства у меня был. Сейчас он народный артист Азербайджана, кинорежиссер. Этот Кулиев, знаменитый композитор был, Тофик Кулиев. Это его сын, Эльдар Кулиев. Он примерно мой ровесник, вот он кинорежиссер. Он в Баку так и остался, а я вот уехал в Москву. И... Вы встречаетесь? Нет, я его так и не видел с детства, вот как мы встретились, и больше я его так и не видел. А более тесные связи с кем-то вот из друзей именно из детства сохранились? Я понимаю, что время идет. И из всех моих друзей, бакинцев, да, у меня на сегодняшний день только один остался человек, в Баку живет он. Он сам по профессии стоматолог. Вот, ну, даже техник, он, то есть он делает вот протезы, эти, что ли, делает? Изготавливает все, зубы, все такое, зубной техник, он классный. Вот, единственный, с кем у меня связь, со остальными полностью оборвана, не знаю, где, кто, что. Даже те, там же после развала Советского Союза, если бы он был, все было бы нормально, там многие поуезжали, у одного жена была армянка, он с ней оттуда уехал. Там, где, что, жив, не жив, ничего не знаю, хочу найти, не знаю, как найти, понимаете? Вот даже у меня подо мной, вот там, где я жил, под нами, в подвале жила еврейская семья. Вот. Я дружил с ним очень. Его зовут Альберт. Ну, с мальчиком? Отец, да, отец у него был азербайджанец по фамилии Мамедов, да. Альберт Мамедов. Мать еврейка. Вот. И очень хороший парень был. Ну, он себя считал азербайджанцем, все это. И он это... так вот потерялись. И но он не сейчас могу где? Нигде... В Азербайджане? Или не где? Знаю. А как найти? У меня телефон был, телефон тот, который у меня был. Там другие телефоны. Ну что, все, дайте мне адрес. Я когда поеду... А я даже адрес вам не могу. Ну, старый адрес, да. А дома-то, наверное, уже нет. Ничего там, нету. Понимаете, у меня вот, где отец дома-то мой родился, уже нету, снесли да. его вообще этого дома. А отчество у него как было? Мамедович. Мамедов Альберт Мамедович. 42-го года рождения, 6 января. Все, где найти мне его? Да, я запишу. Все прекрасно помнит. Идти, помню, что да, идти, может, и найдем. Идти вот на эту программу... Жди меня. Жди меня, не хочу я. Ну, слушайте, я думаю, что все равно возможности есть. Там интернет вот сейчас... Вот как найти? Я не интернет знаю. Интернет сейчас дает... Алик. Мамедов Альберт. Альберт. Тофик, Тофик Гусевич, ну вы человек известный, ну в российское посольство делаете заявку, они, я думаю, не откажут. Мамедович, ну, 6 января. 6 января. 42-го. Надо 42-го. Даже день рождения, помню. Да, 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 конечно. 42-го года рождения. Понял? Жив, не может он не жив уже. Я же не знаю, понимаете, такое дело. Вот. А сейчас у меня только вот это, то, что я говорил, зубной техник. Кемал, Гаджиев Кемал. Ну, мы его по-русски звали. Работает. Ну, с ним вы, он... наверное, приедете уж. Ким, или, я с ним где встреч... он живет, тоже не знаете. Не, Кима я знаю. Ким, да. Звоню и недавно поздравил его ну, все, с 80-летием. Вот буквально когда, вот недавно. Так вот. Да, я ему недавно звонил. Вот еще работает еще? Ну, так, постольку поскольку. Так вот, особенно официально он уже пенсионер. Но его знает, он помогает там многим. Вот, и ученики у него были там, все это. Но вот с ним я поддерживаю контакт. Больше у меня никого не осталось. Никого, понимаете как. Так что из друзей таких вот. Единственный вот этот. Хотелось найти вот друга детства, с которым я очень много контактировал, Альберт, и... Не могу найти никак. Тофик Гусейнович, а какой праздник больше всего вы в детстве любили? Ну, и сейчас, может быть, там? Ну, с детства нам очень... Мы любили, конечно, Новый год. Новый год это был какой-то торжественный
То есть праздник. Вот этот вот 31 декабря на 31 декабря, да. Это мы страшно любили это. Ну и, конечно, у нас был очень любимый праздник, и по сегодняшний день это 21 марта Байрам. Новруз Байрам, это вот в Азербайджане всегда хорошо отмечали. Самое интересное, что его даже русские отмечали. То есть мы знаем за нашим столом, они все это отмечали. Многонациональные, да. Да, вот это вот. Мы уже несколько раз посвящали этому празднику передачи, и да, действительно так, все так и отзываются. А вы как отмечали его? Ну, обязательно готовили вот плов, все это. Напомните, как раз. Шакербура, пахлава. Сладости вот эти все. Пророщенные растения. А, сямяни. Сямянина. Сямянина. А я вообще любитель азербайджанских этих... Я помню... Кухни. Да, я никогда не забуду. Я приехал сюда, в Киров, и наткнулся на одну лавку здесь недалеко от цирка. Значит, вот... Специи? Нет. Там пекли лаваши. О. Я люблю хорошие свежие лаваши. Вот, купил. Это и смотрю, там грузины. Они пахлаву ловят. А это, значит, дагестанцы. А, дагестанцы. Да, дагестанцы, но которые жили прямо на границе с Азербайджаном. И вот они, видимо... И видели там через границу, как азербайджанцы делают пахлаву. Подглядывали, да. У меня одна... Я вообще пахлаву обожаю, но люблю хорошую. Не такую вот, знаете... Настоящую. Настоящую. Даже вот на меду, на масле, там все как положено. Даже в Москве есть в магазине, в этом торговый центр, вот этот вот Вегас, да, Вегас, Агаларовский. Там есть такой магазинчик, где продают несколько видов пахлавы. И все равно это не то, что вот в Баку как это делает, понимаете как? Я никогда вам не забуду, на всю жизнь запомнил. Это так смешно было. Я работал в Балтиморе, но я вообще любитель на машине ездить весь день. Машина для этого существует. В общем, чтобы... вы заядлый автомобилист, если можно так сказать. Да, я обожаю автомобили. И сейчас. И сейчас тоже, да. Я даже сюда своим ходом приехал, в Киров. Ну, я в Тюмень своим ходом ездил. Это Киров, да что здесь? По секрету скажу, Тофик Гусейнович нехорошо высказался о наших дорогах. Не может быть. Перед началом разговора. Ну, я люблю правду говорить. Ну, правда. У вас прекрасный город, я ничего не могу сказать. Город у вас великолепный. Но про дороги промолчу. Да, про дороги я буду молчать, потому что хоть у меня и машина неплохая, но тем не менее... Чувствуется. Да, это чувствуется, да. Но вот сейчас снежок подбросил, немножко лучше. Как это у меня друг есть такой, отец Николай, он говорит, мы как-то шутим все время, я говорю, ну когда, отец Николай, дорогу-то сделаю? Он говорит, скоро святой Николай все сделает. Скоро, да. Да-да. Святой Николай все выровняет скоро. Так вот я, насчет пахлавы. Значит, работал в городе Балтимор, большой город Балтимор в Америке. И ездил по окрестностям, и вдруг там в пригороде какой-то, типа поселка такого. Смотрю, написано «Бабушка Дели». Ну, что это такое? Подъехал небольшой маленький частный магазинчик. Вот. И вдруг, смотрю, там лежит такой противень, на противне пахлава. Настоящая. Да. Я ему говорю, вы можете мне дать одну? Взвесьте, пожалуйста, одну. Я хочу попробовать. Чтобы распробовать. Да. Говорил по-русски, говорит, с акцентом, но говорил по-русски. Но какой-то национальности непонятной. Я не мог определить, вообще определяю национальность, но не мог я определить. Do you speak English? Prechen Sie Deutsch? Так и сяк. Но не светлый. Не реагирую. Не светлый был. Парлый ухо. Не славянской внешности, да. Он мне дал такой вежливый, улыбчивый, все, и женщина какая-то там была. Он мне дал попробовать, мне очень понравилось. Очень. А меня удивить пахлавой сложно, потому что я очень хорошо в ней разбираюсь. Ну, надо думать, да. Да. Я говорю, взвесьте мне, пожалуйста. Он говорит, сколько? Я говорю, пару килограмм. Он вообще обалдел. Через неделю я к нему приезжаю. Я говорю, дайте мне противень. Целиком уже. Я у него постоянно был покупатель пахлавы. Как в Кирове здесь тоже мне. Я не говорю, что супер. Но неплохая была пахлава у этих дагестанцев. Я у нее покупал. Но они не через границу, кстати. В Дагестане есть отдельный район, где живут азербайджанцы. Да, совершенно правильно, да. То есть это как бы наши российские. И вот эту лавку я нашел, я здесь покупал, пока я здесь работал. Потом я приехал сюда в прошлый раз.
раз год тому назад, смотрю, их уже нет. Я говорю, а где? Они, говорят, переехали. Куда, чего, не знаю. Вот такое. Ну, насчет Америки это комедия, конечно, была вот по поводу так, того, что... Я хочу сейчас обратиться, да, возможно, вот к представителям общепита нашего, да, кто-то, если готовит и считает, что у него классная пахлава, вы можете проверить это на Тофике Гусейновиче, пожалуйста. Тем более у него 28 ноября день рождения, у вас есть шанс угостить его настоящей азербайджанской пахлавой. Если вы его угостите, я думаю, без труда и автограф оставит, распишется. И сфотографируется. Да, там лучше никогда не пробовал. Похвалы все сюда. И... Да, да, да. Спасибо, спасибо. Да, у нас сейчас небольшая пауза, реклама, и мы продолжим нашу беседу. Союз нерушимый. Да, время летит, сказала сейчас до эфира. И в эфире я произношу Тофик Ахундов, народный артист России, народный артист Республики Азербайджан, создатель единственного в мире аттракциона с участием бегемотов. Спешите видеть, как говорится, да, в нашем Кировском цирке до 2 декабря. Да, а когда у нас время не летит? У нас до 2 декабря. Всегда с гостями очень интересный разговор. Вот. А сегодня, тем более, Тофик Гусейнович, человек, который много лет представлял Советский Союз. Вот мне почему-то нравится повторять, что представлял Советский Союз в мире и создал единственный в мире аттракцион бегемотов. И бегемоты-вегетарианцы. Вегетарианцы, да. А, кстати, раз уж мы заговорили о еде, возможно, у вас, Тофик Гусейнович, тоже склонности, пристрастия к тому, чтобы готовить что-то своими руками, угощать... друзей и гостей. Вы знаете, я раньше что-то там еще мог готовить, там где-то что-то. А сейчас, как-то, знаете, со временем, вот это, когда ты отвлекаешь от этого дела, человек отвлекает, он уже не может готовить. То есть я могу, конечно, что-то там... перестроились, поменяли круг своих каких-то... Да, вот жена дел. У меня, она... У меня жена кубанская казачка с Кубани. Она очень хорошо готовит, потом... Она уже готовит азербайджанские блюда? Любые. Любые. Она и азербайджанские готовит, и русские, и узбекские. И как это, казацкие, можно так сказать? Ну, да? Она не умела готовить. Когда, так сказать, она вышла замуж за меня, она не умела еще готовить тогда так. О чем Кубань знает? Постепенно. Вареники. Ну, дело не потому, что она с Кубани, не поэтому. Но там тоже любили там вкусно покушать. Ну, конечно, все равно это в Азербайджане большое значение придавали, вот. Чтобы блюда были вкусные почему-то всегда. И сейчас. И сейчас, да. Вот. Ну и она, когда она за меня замуж вышла, она немножко ее раздражала, что я вот разбираюсь, и не то что разбираюсь, а привередливый. Uh-huh. Вот всем все устраивает, а тебя это не устраивает. А я привык с детства, у меня в семье всегда все было в этом плане нормально, понимаете как. Вот. И я ей говорил, что... А сейчас она сама уже где-то что-то не то она начинает. То есть она сама... Это как в фильме, что ли, здесь там было там на завтрак яичница, на обед яичница, ночью омлет. Ну, помните, да? Бывает. Предоставляется общежитие. Да, бывает, да, иногда, да, такие случаи. И в моей жизни такое было, когда ты до предела занят, вот, ну, не можешь никуда оторваться, ничего, даже пойти посидеть, покушать там в ресторан или в кафе. И приходилось, вот, три раза в день, один день я завтракал, обедал и ужинал в Макдональдсе. Ой-ой-ой. Да, было такое. Не здесь, за рубежом, в той же Америке. Вот мы приехали, разгрузились, нужно было вытаскивать животных. Я целый день не мог никуда-то отойти даже на 15 минут. Ну и тут уже посылаешь там, чтобы принесли быстренько. Бигмак какой-нибудь. Ну это, ну, честно сказать, очень тяжело завтракать, обедать и ужинать в Макдональдсе. Это очень тяжело. Тофик Александрович, а сейчас любимое ваше блюдо? Ой, вы знаете, вообще, вот самое любимое, я не могу сказать, что у меня самое любимое, да? Ну, понятно. Ну, я, например... Ну, предпочитаете. Ну, вот из первых блюд у меня на первом месте стоит солянка из осетровых рыб.
Понятно. Несколько видов каспийское блюдо. Да, несколько видов осетровых рыб. Губа у вас, извините, не дура. По-русски говоря, уха, но при этом еще и солянка. Соляночка из осетровых рыб. Из осетровых. Из осетровых рыб. Потому что лучше осетровых рыб ничего нету, поверьте мне. Никакие. Я покушал и попробовал очень много рыб. Понимаете как? Всевозможных. Лучше, чем осетровые вот эти вот. Соляночка осетровая из осетровых. Ну, да, чтобы там каперцы были, чтобы там были маслины, рыбе, чтобы там были оливки. Там, ну, супер. Это должно быть. И обожаю хорошую, вкусную баранину. Хорошую. Потому что баранину вкусную... Хорошую это какая? Это огромная проблема купить... Хорошую, от полугода до года. Да. Я даже... Только что заколото. Не обязательно. Можно... Барашек нормально за ним... замороженный уже. За ним ухаживали, его нормально кормили. Да, да, да. Не в этом дело. Я не знаю, чем. У меня был случай. Я поехал в Баку на рынок. Вот когда я 4 года назад был. Мне дали ягненочка. Совсем, я не знаю, что... Это была, мы протушили, она была как резина. Угу. Вот, пожалуйста, и такое бывает. Ну, понимаете? Может, так приготовили? Нет, мы готовим... Полгода? Если, даже такое. Если полгода ягненку... Невкусно. Ну, то, что на рынке было, мы купили молоденькое. Наверное, просто вас это в заблуждение ввели. Не-не-не. Сказали, что тут на полугодовое. Даже в Москве, вот я живу в Москве, есть места, где можно приобрести. А есть, которые... Ну, ешь и невкусная баранина, понимаете, такое. Угу. Очень сложно найти. Очень хорошую баранину очень сложно найти. Вот. Хорошую баранину обожаю. Ну, естественно, что я родился там. И на гриле. Кебаб, и на гриле, и люля, и казан кебаб, и на гриле, и люля, и по-всякому. Ну, чтобы это было самое, как у меня дедушка говорил, он говорит, я, говорит, люблю все, главное, чтобы было вкусно. Вот. И одно из таких любимых, конечно, я ел всевозможные морские вот эти вот и омары, ну, все, да. Лучше, чем камчатский, свежий. Камчатский краб, по-моему, ничего нет. Поверьте мне, я никогда не забуду, я был рынок на рынке, который исключительно торговал вот омарами, лангустами, там все, вот только такое все, да. Но там не было камчатских крабов, это в Сиэтле было, я никогда не забыл, на базаре. Туристы приходят туда специально как шоу смотреть. Ну, там ты покупаешь, но покупали мало кто, смотрели в основном. Mm-hmm. Вот. И я пришел к выводу, что лучше, чем камчатский краб, ничего нет на свете. Да. Нет, вопрос еще такой серьезный. Ну, мы сейчас, понятное дело, больше говорим о светской стороне жизни, да. Там, о том, что безусловно. Но все-таки, Тофик Гусейнович, вот там, с вашим опытом, все-таки вот у вас часто возникали моменты, когда вы понимали, что вот я же мужчина, я же мужчина с Кавказа, я же азербайджанец. Вот этот стержень, он насколько часто в вас проявлялся? То есть вот эти традиции земли, которые вас родила, где вы появились? Вот. Но... Как только, наверное, на себя в зеркало смотрит, сразу говорит, я же азербайджанец. Не, ну на меня посмотришь, не скажешь, что я китаец. Да, да. Я говорю о каких-то морально-волевых качествах, да, когда вот вас говорила кровь действительно, да? Ну, здесь еще тоже, это зависит уже от генетики. Можно быть азербайджанцем и быть таким, знаете, как говорят... подкаблучником или там... Теленком, да, не рыба, не мясо. И таким бы. Здесь зависит чисто от генетики. Вот. У меня, например, папа был очень, по сравнению со мной, он такой был более спокойный. Но он такой был, в общем-то, настырный, да, но более спокойный. Я... Сколько лет, простите? Отцу? Да, в каком возрасте? Он уже умер вот скоро будет 3 года будет уже, как он умер. До какого возраста? Ему почти 94 года было. Да, он вообще-то, он родился в 19-м году, в принципе. Вот. Но в паспорте у него 20-й год был. А братья, сестры у вас? Сестры у меня, одна у меня умерла, сестра, две у меня живы. Одна живет в Москве, а другая в Крыму.
Ну, не в цирковом. Не, никакого отношения близко не имеет. Кроме, я единственный в семье, который даже моей вот дочка, она не захотела. Но все-таки, если вернуться к вопросу, да, Володя, про... в характере проявляется то, что вы с Кавказа, азербайджанец? Ну, конечно, такая, в общем-то, я такой, всегда был такой активный во всех отношениях, и, конечно, это тоже проявляется. То есть огонь такой, драйв такой всегда присутствовал и присутствует по сегодняшний день. За супругой долго ухаживали? Минуту у нас остается. Ну, примерно год. Ну, просто надо понять, что, извините, кубанская казачка тоже непростая достаточно. Ну, правильно ухаживали. У них характер, да. Цветы, конфеты. У них тоже характер, будь здоров. Это если не что, то, и шашку можем взять, да? Кубанская казачка — это не японка. Очень сейчас понятно. Сложно, разные варианты были в жизни. Ну, уже как-никак, она замужем за мной уже 40 лет. Дай бог вам здоровья и счастья. И вы работаете вместе, разумеется. Даже работаем вместе, да. Даже работаем вместе. И работали всегда вместе. Да, всегда. А ваши дети? Ну, у меня было двое детей. Сейчас у меня только дочка. Вот, сын у меня умер. Вот. Очень рано, да. Талантливый был парень. В цирке со мной работал, все, но так получилось. А дочка у меня в цирк не захотела идти. Она живет в Москве, у меня внуки есть. Вот один внук у меня сейчас в Германии живет. С матерью она вышла замуж за полуказаха, полунемца. А мать у него казачка, а отец казах был. Вернее, немка, а отец казах. Там же в Казахстане много немцев. Там очень много, да. И они уехали. Ну, а это им повезло в жизни. Почему? Потому что они жили в Темиртау. Я никогда не забуду этот город. Я ехал на машине и подъезжал к этому городу. Это ужас. Это ужас. Это экология. Да, это просто... Промышленный, да? Да, да. Там да. Металлургия. Там сталевары вот эти все. Это ужас. Он маленький, но там вот этот завод, он больше, чем город. Вот. И хорошо, что они уехали, потому что он бедный. Он такой бледный был. Там ни воздуха, ничего. И сейчас они живут в Германии. Они, да. Они недалеко от Кёльна живут. Вот, в каком-то маленьком городке. Там их таких, тысячи городов таких. Да, да. И вот, и я так понял, что они очень довольны и счастливы. Ну, по крайней мере, лучше там же, чем в Темиртау. Для детей тем более. Время, к сожалению, истекает нашей беседы. Огромное спасибо вам, Тофик Гусейнович. Я даже, ну, знаете, так в хорошем смысле поражен, что человек такого уровня может настолько открыто и просто говорить о вещах, которые важны для каждого из нас, да, вне зависимости, опять же, от того, где мы родились, какой мы крови и так далее. Спасибо большое еще раз с наступающим, хоть и не поздравляю. Спасибо, также вас. Да, здоровья вам. Да. Спасибо. Счастья всего. Спасибо большое. Да. Ну и доброго. Кировский цирк, двери открыты. Тофик Гусейнович вместе с коллегами у нас работают до 2 декабря. Добро пожаловать. Да, Тофик Ахундов, народный артист России, народный артист Азербайджана, создатель единственного в мире аттракциона с участием бегемотов и ведущий Владимир Сметанин. Да, простите, да, что-то про бегемотов Владимир хотел, Сметанин и Азиз Агаев. Спасибо большое, всем удачи. Всего доброго. До свидания. До свидания.